В Бедронке с 15 февраля начали продавать тесты на коронавирус, которые определяют наличие антител к вирусу. По заявлениям, тесты швейцарской фирмы PrimaCovid гарантируют 98% эффективности. Уже через 10 минут человек получит результат, переболел ли он или нет. Тестирование проводится в домашних условиях. Один покупатель может приобрести максимум 3 экземпляра. При позитивном результате магазин и производитель советуют обратиться к врачу. Стоимость теста составляет почти 50 злотых.